держать поток внимания только на это, ничем не заниматься. Усиливайте, еще сильнее, углубитесь, еще сильнее, как будто боитесь пролить. Еще сильнее. Еще сильнее. Еще сильнее. Держать. Выдох. Снять ощущения. Не вставать, никуда не уходить. Сядьте. Сядьте. Выключить звук. Выключить звук. Выключить звук. Выключить звук. Выключить звук. Сесть. Выключить звук. Сесть. Все впечатления потом. Выключить звук. Сесть. Как нужно делать для того, чтобы сохранять состояние? Чтобы вы поняли, какое состояние. Даша, иди сюда. Возьми. Одной рукой. Держи, держи. Одной рукой. Одной рукой. Пройди вокруг всех этих людей, не разлив ни капли. Любая неудача – это будет наказание тебе. А наказание – ты можешь покинуть этот зал. А там есть препятствия в жизни. Ваша задача следить. Куда? Тамара. Вас издаст, вас услос. Сам шмерцем, ком шмерцем. Чтобы не болела голова, коп шмерцем. Надо держать концентрацию и преодолевать. Тамара, Тамара. Ну, что сделать? И слава Богу. Тихо. Следите. Следите. Это ваша задача сейчас. Тамарочка тоже следит. Это тебе не хватает. Следи за дамой, которая идет. Можешь вылететь с курсов сейчас. Болтать нельзя. Это она решает эту проблему. Остановиться, подождать или продолжать путь. Очень осторожно надо шагать ей. Особенно страшны моменты. Да, сейчас. Очень страшные моменты, когда уже почти финиш виден. Да. Вокруг тебя могут взрываться ядерные бомбы. А ты должна быть абсолютно. А еще нужно тут пройти тут воздух и сделать так, чтобы он не сдул.
повернуться спиной или еще как-то решить этот вопрос. Аккуратно, аккуратно подумать. Именно так. Да, да, да. Решила. А теперь сделать так плавно, плавно. Отпей. Отпей, но так, чтобы не пролить. Да. Отпей. Помощь друга. Целитель может... Целитель, запомните, целитель может выпить чашу здоровья своего подопечного только таким образом. Чтобы вылечить, чтобы выпить эту чашу, то есть желание своего сердца помочь, только таким образом. Урок вам даден, вы поняли? И только вы сами решаете в этот момент отказаться от веления своего сердца или пройти дальше. У вас могут всякие проблемы. Я не ругал тебя, Тамарочка, я тебя бесконечно люблю. Ветер появился, и тебе нужно решать проблему, закрывать своим телом. Появилась эта проблема, ты следующую решаешь. Состояние потоковости все время сохранять. И суперконцентрации. Без суперконцентрации не осадить ни один материальный объект. Сейчас, памятуя о том уроке, который вам даден, эти же люди сейчас, пока не меняемся, встают, образ, голова, выполнять.